Ипа не записал до сих пор там обзор на подарок. Он забрал мой подарок, но почему-то отказывается записывать. Там такой, блядь, разъёбчик. Я на твою хуету... Он мне, мне Ипа написал, я на твою хуету ничего записывать не БКДЕ. А ты не говорил на стримах, что там? Нет. Он говорит, нам нужно сделать перерыв в общении. Ну я бы, честно говоря, после такого подарка пришел бы к Коле на стрим и наговорил на бан нахуй. Ипа, ну может ты хотя бы на стриме покажешь, не знаю, расскажешь про подарок что-то. А, запишу, говорит. А, ну, Арсений, запиши сейчас, отправил? Там же типа не то чтобы долго. Арсений, я не знаю, отправил или нет, но там тоже вообще кайф. Я вспомнил, что там. Да, мне Арсений перекинул. Я надеюсь, он отправил. Ну, в общем, покажи видос Ипа, где он Тимура ебал. Блять, а где его найти? В канале у Ипа, наверное. Ну, короче, Арсений, если что, отправил... Ну, видимо, вряд ли Ипа забрал это. Я не думаю, что он это забрал. Я думаю, он там... В общем, Сеня Няш заказал для Ипы... Сеня Няш заказал для Ипы 100-литровую бочку. И 30 пакетов Юпи. Они сидели на кухне, и они 30 минут выбирали из нескольких вариантов самый смешной. И все, что Арсений предлагал, он показывает Коле экран, и Коля такой, ха-ха-ха, да, это разъеб. И дальше еще варианты накидываются, и так минут 30 продолжалось. Остановились на бочке с Юпи. Да, изначально там должен был быть ацетон, чтобы можно было в бочку залезть и раствориться, видимо, я хуй знает. Да представляю, как у Ипы, если честно, день рождения испорчен. То есть ему столько людей сказали, мы тебе подарок прислали. И абсолютно все до единого полная хуета. Я надеюсь, это заставит Ипу как-то вообще задуматься над тем, ребята, кто он. Всех с окончанием рабочей недели. Хочу вам пожелать отличных выходных и хорошего настроения. Да, я думаю, это должно его заставить пересмотреть взгляды на жизнь. Закажи Ипи это. Элит Империум фалоимитатор. Бля, ну это конячий, 35 сантиметров, сука. Почему они делают его 8 раз длиннее обычного? Ты даже не начинал. О, Ипа записал, говорят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бегом-бегом на эту, на как ее, на премьеру. Yes. Украдем просмотры у Ипа, покажем его видео из его канала на стриме. Сейчас скачиваю. 60 мегабайт, нихуя себе наснимал, бля, Спилберг. Уф. Так. Вот так снимать, да? Ага, Колянчик, спасибо. Вот такой вот аппарат. Мне нахуй тройника в прошлый раз не хватило. Верните мне нахуй, спасибо, Колян. Второй вот. Сынку в школу, на огород. Куда угодно. Спасибо, но это так не использовано. Приятно. Незаменимая вещь. Бля, что это? Куда? Я бы скорее все то же самое прислал. Один в один тот же набор. Только это прокачано, на самом деле. То есть, ну, каждая из позиций прокачана. Объясняю по порядку. Перчатки я ему одну пару прислал, сейчас 12 пар. Затем нить использованную я ему до этого прислал, сейчас я ему новую нить прислал. Че, почему? Хуя использована. Я не знаю, я думал, что еще положить, типа, нашел, у меня нить валяется, я не пользуюсь уже давно, но я ее половину где-то использовал, я вложил. Вот, я до этого я ему тройник прислал, сейчас я ему прислал четверник, на одну дырку больше. Спасибо, но это так не использовано. Приятно. Незаменимое хозяйство. Приятно. Которое вот... Ну вот, изолента, ну просто изолента, я не знаю, как ее улучшить, поэтому я просто дешевую изоленту положил. Две изоленты. Да, до этого был значок Годжи Сатора, я ему тоже Годжи Сатора отправил, я вообще не знаю, кто это. Распечатанный. Этот был запечатанный, этот распечатанный. О. Хочу хуёвый подарок. Нет, дома уже есть хуёвый подарок. Хуёвый подарок дома. Ха-ха-ха.
Блять, охуенно. Я надеюсь, что это ежегодный тренд теперь будет. Да, там указан такой корм собачий. Слушай, а мне так нравится, как вы переосмыслили идею. Я себя чувствую таким ограниченным. Я думал, типа, либо ты ничего не даришь, либо даришь что-то полезное. А нет, оказывается, можно просто кучу говна накидать. И не просто, знаешь, кучу говна, а тяжелую кучу говна. Неприятную кучу говна, я бы сказал. Чтобы ему не морально было хуёво, а еще и физически. То есть, блядь, ты понимаешь, что если Коля поднимет больше 2 килограмма, он сломается буквально, типа, да. Чилик Кала.